Ну здорово, ушлепок. Не бойся, мы просто поиграем. Сейчас я поиграю на твоих глазах, понятно? Так, что у нас там? Это? Не знаю. А, ну да, конечно. Как же я так мог? Да, в первый раз это было намного проще. Может вибрацию вырубить, она меня бесит. Вот, да, можно? Все, спасибо. Ура, догадался ее убрать. Какой же я умный. Ё-моё. Можно мне к черепашкам-ниндзя? Что у нас тут? Их замок невозможно сломать. Похоже, нам нужен кто-то с доступом с военной базы. Объявлен общегородской сбор. Похоже, мне нужно поискать кого-нибудь из военной базы. Шарик? Может, ты мне поможешь? Ну, если он летит, значит, мы не подопытные крысы. Это наш город. Военным тут не место. Иди сюда. Ого. А ты умен. Ты медленнее летишь, чем я. Я тебя сейчас покряхтю там. Патрон целый потратил, блядь. Самое ценное в жизни это один патрон. Погнали к черепашкам-ниндзя. Можно быстро набрать большую аудиторию. Способ для самых хитрых. Развивается, и здесь можно быстро набрать большую аудиторию. Но это, конечно же, не про меня. Я знаю секрет успеха. Какой? Нужно стать популярным блогером. А для этого надо скачать Япи. Скачивай скорее! Скачивай скорее! Меня бесят многие вещи, но это бесит больше всего. О! Какое уютное место. Осмотритесь в канаве. А с чего бы я должен доверять шарику? Ой, тут еще и лабиринты. Ненавижу лабиринты. Короче, канава ведет до самой военной базы. Мне нужно найти путь. Понятно. Давай. Что-то надо найти, чтобы проникнуть на военную базу. А тут еще и... Чарли, где ты? Тут могла быть шутка, но я не буду. Пожалуй, для тебя шутка самая ущербная будет. Ну и где ты? А? Сейчас ты сдохнешь, сынок. Да как бы не так. Это место. Ладно. Допустим, это оно. Да, оно. Фу. Беги, беги. Тебе все равно не скрыться. Лучше проверю, как там твоя сестра. Ну и пожалуйста. Фух. Хочу в эту бочку залезть и не вылезти больше. А можно обратно мне мое оружие? Так, тут рычаг. А, вот он, шарик. Дайте мне его сюда, пожалуйста. А, я сейчас доберусь с помощью воды, я понял. Я гений. Я просто гений. Вот это Биг Брейн, конечно. Создавать коллабы. Что еще за коллабы? Эй, заходи. Никакие коллабы с тобой не будут, у тебя нет ничего. Ура! Наконец-то я могу стрелять. Наконец-то я могу всех убивать. В это время мне сколько? 6? Или 12? Ну, недалеко от того, чтобы носить с собой оружие. Что это за кисель? Ой, нет, только не вы опять. Их я искал. О, да. Как же их обожаю.
Там слишком глубоко. Опа, я что-то нашел. Какую-то комнату с камерами. И сохранялку. Протокол испытаний. Экспериментального оружия. Тут я мог бы ставить кое-что другое вместо ального, но ладно. Испытания завершены. Оружие успешно работает в двух измерениях. Показатели в пределах нормы. Оружие находится на хранении на нашей базе до конца этой недели. Срочно доложи до командования штаба. 91-е. Какое сегодня число? Сегодня 13-е. Ну, хоть не пятница, уж на том спасибо. Зажми 3, 2 шага влево, зажми 2 шага вниз, зажми шаг вправо, зажми шаг вверх, зажми. Что? Вот знаешь, я, пожалуй, домой к сестре, ага, проведу, как она там вообще. Зажми 3, 2 шага влево. Это 1, зажми, 2 шага вниз, это 7. Шаг вправо, это 8. И шаг вверх, зажми, это 5. Фига себе. Способ для самых хитрых. Я просто скачала приложение Япи. Оно сейчас активно развивается, и здесь можно... Она просто набрала чай, и всем это нравится. Да, я тоже люблю, когда чай наливается, и всем остальным это нравится. Вообще прям, я даже хлопаю этому, то, что чай есть в кружке. Я даже ему говорю, какой ты молодец. Сейчас только что была самая адекватная реклама. 40 секунд. Кринж, что ли? Аптечка. Ого. Сейчас мы тут затаримся. Все у вас своруем. Тут все равно никого нету. Все струсили, а я просто я. Кто тарелку не забрал-то, алло? Как так можно? Это снов. Где-то это слышал. Доставили субъекты Лили и Чарли на базу. Субъект Лили оказалась более перспективной. С помощью прибора Ральфа из сознания его дочери субъекта Лили удалось извлечь не менее 5 образцов страха. Также был обнаружен крайне сильный образец, который не удалось извлечь, по всей видимости, из-за ментальной связи Лили и Чарли. Сила образца, вероятно, обусловлена тем, что данный страх появился у детей совсем недавно. Около недели назад посещали парк и сильно испугались клоуна. А, то есть мы пошли с сестрой в парк, испугались клоуны, из-за этого нам начали сниться говно всякое. Мы с сестрой, конечно, да, сработались хорошо. Я, конечно, многого ожидал, но не такого. Не-не-не! Тебя, пожалуй, нет. Это у тебя сложнее убить будет. Ты хиленький такой. У тебя даже грязь в воздухе зависла. Проект «Ловец снов». День 12. А какой тот был? День 1. Да, я сейчас реально пошел, проверил, какой там день. Хотя было очевидно, что там первый. Вот это я, конечно, гений. 5 дней назад образцы страха, взятые у субъекта Лили, были внедрены жителям города. Достичь паники среди тестовой группы не удалось. Также люди стали догадываться, что видят одни и те же кошмары. Результаты первой фазы испытаний признаны неудовлетворительными. Принято решение перейти ко второй фазе. Так может поэтому людям у всех были кошмары, поэтому те монстры материализовались, да? Патроны. Побывал везде. А теперь надо проникнуть в блок С. Модуль лаз блокировки ворот парка. Кажется, эта штука должна подойти к воротам парка. Шо, он думал, что он не такой недоступный. Я его везде достану. Раньше он меня достал, а теперь я его достану. Многоверная винтовка. Мой размер, спасибо. Это самое лучшее, что доводилось видеть в жизни. Это лучше, чем
Хотя ладно, лучше, чем дожик, это уже слишком. Самый лучший из всех моих пуколок, из которых я стрелял. Давайте! Вроде бы какой-то инопришеленский код. Вот это фигня 6, а это фигня 2. А это что-то на геометрическом. Взлом не удался. Вау. Хоть чем-то меня порадовали. Да. 2000 years later. Вау! Как же я мог додуматься до такого-то? Батареи защитных лыжек. 3 штуки. Это те, что на карте были? Найди способ спасти город. Вот честно признаться, вот этот код я сам не решу. Потому что, а как? Теперь у меня есть это. Да, смех из меня такой сил. Надо в парк смерти, да? Только я так понял, эти штуки нужны для вышек. Вот она, вышка. И все? Ладно, погнали дальше. Можно было аудиторию спасти. Пошла вон. Теперь сюда. Мне теперь ничего не страшно. Истребитель монстров. Круто. Ну шо, гнида, готов? Ну да.